Мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил дорожную карту благоустройства улиц в историческом центре города. В этом году на эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей, сообщил он на часе городской среды в правительстве Башкортостана. Обновить планируют Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистическую, Новомостовую. Речь идет о модернизации тротуаров, уличного освещения, ремонте фасадов домов, адресных табличек и рекламных вывесок. По улицам Ленина и Коммунистической уже готова проектная документация, заключенные договоры с подрядчиками. Для озеленения исторического центра Уфы к юбилею столицы республики высадят 450 крупномерных саженцев липы. Кроме того, по словам Мавлиева, дополнительно планируют благоустроить улицу Цурюпы на участке от Чернышевского до Кирова. Все работы завершат к осени этого года.